Добрый вечер. Вот птенцы замерзли. Родители не сели на них. И поставил такую эту, чтобы грело. Дал им теплой водички. Согревается, а то трясутся, видите, как трясутся. Есть такие родители, которые 10 дней сидят, и все, потом нет. Тупые, в смысле. Как будто лето. Сейчас на ночь постараемся подсадить под других, лишь бы они сильно не приморозились, потому что сразу рост замедляется и все. Но трясутся, никак не могут согреться. Так что вот такие у нас малышики. Всем удачи и добра.